Всем привет, тут едем мимо, едем в Емельяново. Деревня называется так, продают. 82-й, прям на дороге, в интернете его нету. Решил показать, кому интересно будет. Сейчас номер даже сниму. Знаю его, Серега. Он сам идет, сейчас расскажет. Да это ты мне будешь доплачивать за продажу. Здорово. Здорово. Сколько ты за него хочешь? А? Сколько ты за него хочешь? 470. Подогрев наш поставили, да? Я сам ставил. У меня и на том такой. Угу. А тот в блок, который оттуда, знаешь, такой маленький, он нихуя не греет. Я выкинул. Да, да, он маленький, мощность он маленькая. Да, 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 да. Вот. А и у меня стоит этот 2,5-киловаттный такой. Нахуй польский. Его это вот так хватает за глаза. Ну у меня и такой был. У меня был такой с моторчиком, который мотает. Я не знаю, нахуя вот эта кнопка здесь. Может, предохранитель выбивает? Ну так ты все его полностью сделал, да? Вон вообще новый, блядь. Там коробки менял, нахуй, две шестерни, подшипники, полуося делал, нахуй. Цилиндр тоже новый воткнул, блядь. Недавно поставил на учет, да? Весной. Ага. Ну что, без проблем он поставил на учет-то? Кто? Ну, наш этот, как его, Николаевич-то. Ну, что, я пришел, нахуй. Документы, они осмотр сделали, нахуй. Он приезжал, да? Да, осмотрели, нахуй. А он-то как интересно сделал эту. А чем, а хули я там буду эту ебату вот эту устанавливать? Ага. Нахуй она мне нужна? Ты куда погнался? В Емельяну. Чего ты там надыбал? А этому Миша, Михаил Клопов, знаешь такого? Нет. Ну, первый дом, у него такая тоже 80-ка. Он давно. А, у Клопа, бля! Да, да, да. К нему. А-а-а. Что ты там у него надыбал? Сенаж. Ему везу. Чтоб... А у него 82-й, хули ты врешь. Ну да, да, у него 2 Т-25. У него был 1-25 и этот. И 82-й. Он один продал, блядь, какой-то, не знаю. 25-ку, да? Нет, МТЗ он продавал. А, в обтянул, все сделано. Ну, все сделано. Полностью. Даже шумоизоляцию поставили. Так у меня же весь низ переварен, серый. Ага. Весь нахуй. Все, вот и это нахуй. И стойки, да? Все, все, вот, все нахуй. Все, все новое нахуй. Угу. Вот. А, вижу, вижу. Хули там? У меня сын варит. Ну, самоучкой, да. Нахуй. Ага. Вот тоже электросваркой варил, любой. Прогнивше было, нахуй. Ну это, говорил. Да, да, так на всех старые кабины, это все понятно. А что... не, и новые, посмотри, у дороги. Да, ну, да, да. Новые еще хуже, блядь. А мужик приехал этот. Говорит, купили два новых трактора, ебемся, говорит, от души, нахуй. Вот. Да. Так что. Ты его уже пришел загонять, да? Не, я слышу, машина гудит. Ага. Пойду-ка гляну. Пять зимние колеса на машину ставят. Она у меня на диске. Вот. На YouTube, на и мотор он, блядь, это. Заебательский нахуй. Вот как, видишь, тут все сухо, нахуй, там. Я не через сапуна, не дым, ни хуя не валит. А сколько держит давление? Тройку. Заводишь, меняется, что-нибудь горячее, холодное. Маленько, чуть-чуть. Ну да, нормально. Закинем его на YouTube и да кого продать. Меня на Авито? Ну, а я тебе на YouTube еще помогу. Проводка, все нормально, да? Да, все, да. Ну ладно.